Пинки, где ты купил такой ободок? Я хотела просто в магазин. Дын! Ой, урок начинается. Давайте уже. Математика. Сейчас же математика. Точно, надо учить. Итак, детишки, сейчас я вам даду листочек. Точнее, только искорки, потому что остальные уже хорошо считают. Так, выйдите из класса. Но Пинки я нарекаю, чтобы она следила за искоркой. Чтобы никаких шпаргалок у нее не было. Спасибо, Канненс. Что ж, Рэмбл, ну а ты выходи. Хорошо. Так, пора достать шпаргалку. Что ты сказала? Пинки. Ну ничего я не говорила. Хорошо, хорошо. Так. Сколько там будет? Реально, сколько там будет? Трижды три. Девять записываю. Так. 5 в 5 — 25 записываю. Сколько будет там 100 плюс 100? 200. Так, сколько там будет? 50 плюс 50 будет 100. Записываем. Так. Сколько там будет у нас? 500 плюс 500. Так, 1000. Сколько будет 1000 плюс 200? То есть 2000. Будет 3000. Кэденс, у искорки шпаргалка. Что? Ну это я не одобряю. Все, искорка, кладу ее к себе. Простите. Два тебе за шпаргалку. Ну да, искорка, два. Что ж, сегодня 4 урока. Нужен еще один урок. Так, чтобы пойти на обед. Так, это минутка поэзии. Так, входите, входите. То есть читайте стихи. Хорошо, я расскажу. Баю-бай, мой крошка, подремли немножко. На огне кипит овсянка для тебя, мой крошка. Твой отец шьет сапог, мать трубит в медный рог, ткет холсты твоя сестра, брат охотится с утра. Молодец, 4. Ура, ура! Рейнбоу, выходи, пожалуйста. Хорошо. За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, на земле жил старик в одном селе. У крестьянина 3 сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, отвозили в град столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитой сумой возвращались домой. Молодец. Стихотворение длиннющее, но надо подучить. Что? Я имела в виду до конца. А, ясно. Но в целом 5 с плюсом. А, точнее, просто 5. Ну ладно, 5 с плюсом. За то, что хорошо рассказала. И стихотворение длиннющее. Вот себе спасибо. Искорка, давай. Хорошо. За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле. Как там? Ой-ой-ой, стих подобрала у Рейнбоу. Два тебе за стих. Ну да, два.
Что ж, строимся на завтрак. Хорошо. Цыц! Ты что, ни живая, ни мертвая? Да уж, это такое быть опасно. Задохнуться можешь. Пошли. Ах, какие вкусные хот-доги с майонезом. Какие вкусные пирожки. Ах, какая вкусная еда. Дзин-дзин. Ой, надо идти обратно в класс. Сейчас урок музыка. Ну да, пошли. Понежки, пойте песенку. Хорошо, я... О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и точка. А ты волшебный, ты с другой планеты, я тебя люблю так очень. И вечеринка будет, свадьба, да, наша вечеринка, свадьба, дети будут у нас, у нас. Молодец, 5 с плюсом, сама выучила, молодец. Так, Рейнбоу. Так, Диана, все готово. Раньше я была... Натуральная русая, косы заплетала, одевалась безвкусно, но захотелось перемен. Купила краски пачку, эй, детка, я теперь брюнетка, садить не слышно, я стреляю метко. Эй, детка, я теперь брюнетка, я стреляю метко, эй, детка, я теперь брюнетка. Ты попал на сетки. Молодец. 5 с большим минусом. Песенка не очень-то и приличная. Я просто такие люблю. Так, теперь наша Твайлайт. Ну тогда сыграй на пианино хоть. Хорошо. Тарам-па-па-па-пам. Тарам-па-па-пам-пам. Пинь! Плохо сыграла. 2. Так, теперь все идут на праздник. Так, то есть не на праздник, а на спектакль. Все будут участвовать в нем, но Искорка одна будет смотреть. О, ну ладно, пошли, надо готовиться. За морями, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле жила пони. Пони около гор жила. И вот случилось так, вот так случилось, что земля затряслась, и вот один вулкан, который далеко был, он сделал вот так. Бам! И после этого выросла большая елочка. И так пони стали искать подарки под елкой и отмечать свой Новый год. И самый главный праздник — это Рождество, когда появилась эта традиция. Так, сыграли отлично. Что ж, теперь по домам.